Так надо, да. Надо сделать раздвижное, чтобы под самурая можно было сдвинуть. Валера, не объехать, Валера, переехать. Ау. Нет, не объехать, Валера, переехать. Да, конечно, с лебедкой с такой ты переедешь. Так, кладем на бок. Пойдем на бок. Стойте, стойте, дайте снять, как это, на бок будем ложить. А можно два убрать, по одному, чтобы было только? Кого? Тебе можно, людей, Валера. Людей или бревна? Или ты про прибор, который в бомбе? На себя тянешь одеяло? А я такую херню видел в Топ-Гире, когда они тоже там в Малайзии. Ну там они потом всю ночь сидели в этой канале. То есть у нас еще до вечера много времени. Да, да, да. Так, она что-то спер уже. Так рядом лежит. Принесли все, что было. Показывается, там 15 минут чуваки рубят себе дорогу, такие, блин, рубят, блин, мачетами, смотри, все. Смотри, такие пот течет, такой водой обливается. Так, а шо лайт? Я там на берегу речки забыл кто-то. Делайте, делайте, надо просмотры на YouTube. Что-то руса нету. Рус новое слово, он качает чужие. Давайте свяжем USB-кабелями, все возьмем зарядок. Давай. Ну, давайте с подручных, с курточками, колготками женскими. Давайте, женщины, давайте, помогайте. Поможем нашим джиперам. Вы цены на колготки видели? Нет, откуда я мог видеть? Я их не покупаю. Валера, бля, давай с бородой. Не болезнь, не болезнь. Или слышь? И не с твоей бородой, смотри. Пошел. Лебедкой твоей примотай. С бороды, блядь, сплести канат. А я знаю, у человека есть такой прибор, он расплетает бутылки пэтовские на такие вот нитки, и можно связать. Давай, да, доставай, дружище. Он в туксоне. У Вовки есть нож, он ножом сейчас нарежет. Несите Вовке много бутылок. Кстати, хорошо напомнил, надо ее переложить будет в эту машину. Ну, можно было бы навязать веревок, легко. И можно было бы связать. Легко. Сос, ну у тебя никаких версий. Думаю, какое что... молоко в бомбе? Ваше, наверное, я не знаю. Откуда? Валера. Валера. А ты думаешь, как он его завлек штурманом на гоплык? Это самое. Я не знаю, как ты сорвался со штурманства. Видно, этот присоска большая сильно соскочила. А знаешь, этот про золотые ручки, да? Паша, а ну у тебя пока со штурманом. Не дотрагивайся меня. Хрен его знает. Мужик поймал золотую рыбку. Блять, ну пиздец, как где скрыться? Блять. У него камера, смотри. Она следит за тобой. Охренеть! Это хватит бухать называется. Видеокамера. Снимаем 4К, 8К. Давай, поехали. В 4D. Он не знает, куда смотреть. В камеру смотреть. Короче, золотые ручки. Валера, давай. Вон компас дать, да? Снайпер. Вот уездить, это с выдумкой. Не, ну первое, у кого такие скобы будут с собой? Я считаю, не то. Пацанов были. Почем колготки? Не, ну давайте скинемся. Валера, ты с какой целью интересуешься? Я интересуюсь, честно, с меркантильной. Хотел бы убить двух зайцев. Первый, заработать денег на YouTube. Валера взял испанское гражданство и стал меркантилью. Раньше он таких слов не знал. Валера, после возвращения оттуда... Валера, вот... Второй, мне интересно, что это? Валер, после возвращения оттуда ты стал другим. Как сорвался с масла отсоса, блин. Ну, ты слышишь, это секта. Слышишь, сектант? Это секта, наверное. Смотри, Валера, тогда еще к тебе, как к любителю колготок женских, вопрос. Что ты можешь сделать для оффроуда ртом? Он колготки лопает, слышишь? Давай, отвечай. Не, ну, если... Колготки лопает. Сюда смотри, в камеру смотри. Не, ну если честно, я когда приходил на работу, устраивался на Octopus, как впервые увидели, подожди. Что я джипер, меня сразу приняли, даже не спрашивали, что я умею. Подожди, ты скажи, что ты умеешь ртом, что тебя приняли даже на Octopus. Ртом на Octopus? А, на Octopus или в оффроид? Ну, в оффроид и ртом, что ты можешь сделать? Не съезжай с ответа. Если честно, все. Я могу... Идем. Когда ты нужен нам в команде, идем. Могу есть, могу разговаривать. Ну, разговаривать это сильно сказано. Могу слюной брызгать. Это да, это ты любишь. Могу дышать еще. О. Руслан говорит, что головой он ест, например. Короче, это единственная машина в мире, у которой... Валера. Да, да. Бомба. Это единственная машина в мире, у которой ртом включается лебедка механическая. Ну, это попробуешь? А дайте мне проехать первому. Валера, попробуешь лебедку включить ртом?
Я почему? Не из этих. Ты же сказал, что ты можешь я все. Я не хрен его знает, вас маньяк. Что, нет, ты, что ты можешь как, за 100 я могу баксов? Фундамент заливать, я могу. Ртом? Типа ложечку чайную цемента, ложечку чайную песка перемешал. Могу красную икру хавать. Могу черную. Да, ты, конечно, мастер. Мосты. Далее я бы на другой приехал. Можно было бы тогда и не строить. Да, они заебались. Причем можно было бы и поперек ложить их. У меня что-то генератор сгорает. Блин, подготовка более чем серьезная. Теперь с закрытыми глазами. А навес будет? Не, ванты надо сделать. Так, там, ну, а просто... я слышал такую беду, что когда инженер строит мост, он становится под мост. Он по росту не поменял. Да, интрига, ну как это, думаешь, заедет, да? Разгон бери. Пустите шишигу сначала. Раньше пускали машины, груженные песком. Как все залазим шишигу в кунг и проверяем. И он так садится, что мы выйти не можем из кунга все. Это детский сад. Да, уже... Валера, давай на Сан-Йонге. Напрягался. Глазами. Не, ну давай передний мост включил. Шишига последняя. Ага, и потом все садились. Перед мостиками проехал на задке. С перепугом. Сейчас будет тест. Что лучше? Range Rover. Прямо, ровно руль. Ровно. Такое. Тысяча. Не, ну тут начнется интересно, если кто-то соскочит. Может, давай, может. Валера, бросай камеру в канаву, будем снимать. Не, Сан-Йонг это поинтереснее. Это подороже. Ой-ой-ой. Что-то хрустит. Клацалка, не, она еще в болотце да нет, там сейчас. Клацала. Что-то под хруст. Хома, да, хома, смотри, Валера. О, маньячила, Валера, смотри. Не прогреваясь Валера, прямо. Легендарность этого правда, Валерика зашкаливает, сейчас он слетит. Газуй, Валера! Валера, давай! Стой, оторвет морду. Бампер, бампер! А, блин. Неинтересно. Валера, скучно. А задом? Давай освобождай место, освобождай. Мне кажется, минус 200 подписчиков уже сразу. Проезжай. Ну, подписчики отписались уже. Ну... Валера скучно. Так, тут надо держать, наверное, за одну сторону. А ТВ-шные губы смотрят на нас. Может, боком? А ТВ-шные губы тебя ласкают. Ну, это школьник, это 1 сентября. Он бликует. Спасибо. Не, он счастлив. Камера Sony говорит, что он счастлив. Его губы говорят? Отвали! Не пускайте его! Не пускайте этого маньяка слепого! Давай! Хоть... Да, конечно, пройди. Вот так по диагонали и давай. Такой универсальный мост получился. Саня, едь на фотограф. Лоб, за сколько стоит такой с бревна дом? Эти обои сложно поклеить будет, Валера. Давай, ровно, поехал. Не, ну это серьезно. Тоже серьезное лицо. Давай!
Не, ну если бы не барабаны пошел. Не, ну все так, не, ну блядь, 1.4 нихуя себе едет. Валит. Не, ну там же 16, пиздец. Полтора литровый бывает только сок, да? О, подожди, патрол. Там в конце озера. Не, 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 там я на Сульюнге еще проезжал. НП. Равняй. Не, все-таки НП валит. Кто-то ж должен слететь. Не, правильно, правильно. Ну ты не можешь ему запретить, Саня. Саня, если человек хочет, разреши ему. Просто тест-драйв машин можно провести. Такой. Та Жорик Ирвазова. Ой-ой-ой. Саньон круче, да? Валера, кто круче, Саньон? А кто из местных был здесь на покатухе на Новый год? Когда вот было 8 лет назад или 7 лет назад? Опа, дружище! Старожилы, да? Вот эту штуку, когда-то еще, если помните, был такой Дима ДНК. А кто это? Подожди. Да, вот такой, был, да. Вот и тепловоз еще был, как только он его все, купил. Здесь тут, эта машина ходом, сидела. Ходом берем. И вынимали ее ручной лебедкой. Не, ну быстро вы его склепали. Все, полный привод. Nissan Kuga. А, Nissan Kuga? Тут еще выезжаем, где такое. Ну такое, мне кажется, Богдан проедет. Это он перезарядился. Не, Айван, это маршруточка. А Богдан на чем за рулем? Легко. Так а что, мы поедем на Аурак? Сейчас назад поедем. А вон там за озером, это скучно, 160, скучно. Есть такой офигительный овраг вниз, и потом подъем вверх. Саня, не глупи, едь левее. Он сейчас разломает. Еще две машины, Саня. Саня, воно взломается, я тебе кажу. У него такой крючок, это он выдергивает. Саня, ты как мостостроитель мостов во рту не должен так поступать с мостом. Зачем ты это делаешь? Подумай, Саша, подумай. Будешь ремонтировать, ты падла. Давай. Саня, они трещат. Им страшно. Это у Сани очко трещит. Попал. Давай! Ты уже попал. С днем рождения, то я тебя нигде не поздравил. Смотри, на Фейсбуке не поздравил, в Вайбере не поздравил. Смотри, какой друг. Не поздравил. Настоящий друг, Валер. Я и не знал, мне вчера попаванчик сказал, что его делали. Мне что-то показалось, что тебя поздравлял. Саня, надо крюк поправить, а то зацепишься за траву. Смотри, если даже шишигу выдержал. Стой, царапаешь! Блок универсальный и на... И на самурая, и на шашигу, блин. И всего делов там. Поцарапал. Не, ну он спустил колес. Белизняк, давай. Саня, ты доказал, что у вас говно. Или это не наша? Наша. А ну, что? Ну не хочет, наверное. Прячется, смотри, прячется. Вот. Давай приезжай. Да не очкуй, давай. Да уже один китаец проезжал. Так то серьезный китаец. Так какой серьезный? Рейндж Ровер серьезный китаец, да ты шо? Я всегда говорил, что ML-ки это самый правильный джип. Я еще видел этот фильм про динозавров. Там тоже вот эти ML-ки ездят. Там дикое вытворяли, я тебе говорю. Ничего, Растин, пара по Украине. Опа! Беги! Беги! Еще ж задний бампер не прошел. Смотри, блин, задний традиционно. Я уже это где-то снимал. Наконец-то ML-ки нет бампера. Дай. Мне уже не было когда-то бампера. Пацаны, чтобы бампер остался, быстрее ехать. Наоборот, не спешите. Пните кто-то Валеру в спину ногой. Снимай меня. Сейчас, Валера, подожди. Это Спарта! Так у него уже куска бампера нет. Китайцы рулят. Не, нормально. Не, не газуй, спокойно лучше. Опять остались без видео. Что такое? Задом? Все, погнали. Пойдемте на следующую экспозицию. Так мост забирайте с собой. Еще пригодится где-нибудь. Нормальный джипер, да? Хоть один есть, остальные же там что-то заочковали ехать.
Да ты что, сладкое какое место, ты смотри. А снайпер заочковал, не захотел. Видно сразу, где нормальные жители.